Прием-прием, друзья, на связи Шадимен, добро пожаловать в новую часть истории, где мы вместе с Леской и Нубиком стали маленькими и с нами происходят различные ситуации. Сегодня мы нашли в интернете в Майнкрафте объявление о том, что существует какой-то дом с паранормальными явлениями, так что прямо сегодня мы туда отправляемся. Я уже связался с владельцем этого дома, и он сказал, чтобы мы обязательно взяли камеры, так что досматривай это видео до самого конца, я уверен, что тебе очень-очень понравится. Но прямо сейчас для тебя у меня есть маленькая загадка. Она звучит следующим образом, слушай внимательно. Телепортом обладает, появляется и исчезает. Он проходит мимо стен, это страшный... Пиши в комментариях, кто же это такой. И после этого обязательно не забудь поставить лайк под этим роликом и, естественно, нажать на красную кнопку подписаться, чтобы в будущем отсюда ничего не пропускать. Ну что же, увидимся уже на месте. Приятного тебе просмотра. Ну что ж, друзья, прямо сейчас мы вместе с Леской и Нубиком прибыли уже прямо на место. Леска, Нубик, поздоровайтесь. Всем большой привет. Привет, друзья. Все, короче говоря, смотрите, вот это дом, в котором каждую ночь, вернее, не только в этом доме, а на всей этой территории каждую ночь происходят какие-то паранормальные явления. То есть, наблюдайте прямо за всем, что здесь вообще происходит, да, потому хорошо. Что заметить можно все, кстати, что угодно. Хорошо. Мне надо кое-что кое-куда сходить. Нубик, не сегодня. А? Только не сегодня. Это не смешно. Как-то не сегодня. Да, нельзя, в смысле, подожди. Я хочу туда. Нубик, перестань. Ты понимаешь, что мы находимся немного не в том месте? Сейчас шутки вообще да. не в ту тему. Ну, реально вообще не в и тему. Тем более, ты можешь оттуда я не вернуться. Просто... Сейчас я может просто из-за каждого угла кто-то вылезти. Как будто даже вот не этот верю, цвет кого-то кто-то моргает есть. У вас. Короче, камеры уже поставлены. Мы с вами все это сделали. Всё, я предлагаю отлично. Заходить в дом, посмотреть, что находится внутри. И ложиться спать. Идём, потому что, когда мы ложимся спать, давайте. Мы завтра камеры посмотрим. Посмотрите, что это! Короче, вот это пятно, как говорил прежний владелец этого дома, оно, его невозможно вообще оттереть. Оно, его, вообще, он просто, да, оно все время как здесь. Это воз... как это иногда бывает так, то, что в доме даже появляются вообще другие пятна, точно такие же. Вот. Вот это да, реально мистика какая-то вообще. Где фигурка? О, кстати. Да, какая-то фигурка, действительно. А что это такое? Не знаю. Статуя какая-то или кукла. Смотрите. Даже, это люк, в котором, короче, когда так. что-то супер непонятное происходит, нужно бежать туда и прятаться за железную дверь. Все, понятно. Всё. Вот, так. У нас с вами три ночи всего, смотрите. Так что я думаю, что надо готовиться к чему-то жесткому. Слушайте, а почему тут ночь? Ой, кухня, она, короче, огорожена стенкой отдельно от всего дома. Я не знаю, почему-то так иногда делают такой. Ну, вот это просто интерьер такой. Это. Как... Слушайте, а тут все пусто. Пойдемте на второй этаж. Нет. Слушайте, давайте скорее спать ложиться. Короче, давайте спальники сейчас расселим. Тут паутина везде. Так, давай, свет включим. Да, видимо, тут давненько никого не было уже. Так, я куда? Я, наверное, вот сюда, да, тогда? Так, я вот здесь лягу. Опа. Вот, если честно, я реально сейчас уже поверю из-за того, что там это перед. Слушайте, а вообще тут как-то так вот немножко даже уютно. Пока что ничего такого, я бы не сказал, что что-то происходит, да? Такая комната прям приятная, большие окна, светлая. Там загон, там животные, кстати, действительно есть. Короче, ладно, как-то вроде бы так спокойно. Так, давайте ложиться спать. Так, я рюкзак снимаю. Все. Давайте, короче, все, давайте утром увидимся, посмотрим. А, сейчас я ноутбук-то поставлю. Во, все. Ну, этот утром проснемся, посмотрим, что там на камеру попало. Все, давай, спокойной ночи. Давай. Ой, ну что, доброе утро. Че, как спалось? Утро. День светло. Вообще отлично спалось. Ну, вроде прям. Нормально, я так даже уснула, крепко не спала. Да, тут вообще я никаких паранормальных явлений тут, походу, и не пахнет ими даже. Слушай, а может это как-то вообще все неправда, вот я сейчас думаю. Смотри, как солнечно, погуляй. Слушай, не знаю, как-то... давайте видеокамеры посмотрим. Вот сейчас мне... Давай посмотрим. Туда скажу. Так, давайте. Вот так, давайте. Включаю. Так, давай. Так, вот, смотрите, например, это вид, получается, с нашего дома. Ну, просто, я не знаю, смотрите, тут пока да что наш двор, ничего улица, нет. Наш двор, да, да все тихо, спокойно. Если переключиться на камеру, которая висит на амбаре, где видно наш дом, получается, то... Так, да вообще ничего, слушайте, тишина полнейшая. Вообще странно как-то. Погодите, еще одна камера, где получается прямо мы. Во, смотрите, мы на спальниках с вами лежим, вообще ничего нет. Так что это. Вон, Нубик, смотри, валяется. Смотрите, это на месте, это здесь стоит. Единственное, что я не очень помню, так ли стоял стул изначально, как он возле стола, или. Стойте, подождите. Может, мне просто я не особо помню. Да, стул стоит. Так, да нет, вроде. Ладно, все, я камеру выключаю. Нет, можешь кое-что сказать. Что?
Что такое? Что случилось? Я помню, когда мы приходили, я прям внимание обратил на стул, и стул стоял вот так вот, он вот так вот здесь. Так, так это я же поставил, я же подвинул сейчас. Шеди-то ставил ноутбук, и потом... Ты что, конечно? Конечно, он отодвигал. Конечно, я подвинул. Да, вы просто уже цепляетесь за мелочи, так, смотрите, пятно на месте, вообще ничего не появилось. Слушайте, мне кажется, значит, такими темпами можно вообще... А давайте, знаете, что сегодня сделаем? Давайте сегодня ночью мы, короче, ляжем спать, но мы спать не будем. Мы просто ляжем, будем лежать. И если что-то будем замечать, да, просто глаза чуть-чуть прикроем. Ага. И потом будем резко, просыпаться, вставать. И если смотреть, мы что-то что увидим, приходит. Да, короче. Я сейчас. Давай. Все, пойдемте, короче. Я предлагаю пока чем-то заняться, а потом это. Пойдем уже ложиться спать. Ну что же, ночь под номером 2. Да. Ой, ё-моё, смотрите, там овца резкая такая вышла откуда-то. Я уже подумал, что идет кто-то. Знаете? Да нет, вообще, я больше уверена, что все будет нормально. У вас нет? А у меня, наоборот, такое ощущение, знаете, как будто бы именно сегодня ночью у меня вот какое-то волнение есть. До этого такого не было. Слушай, мне кажется, ты просто очень ждешь, и ты как-то настроился. Просто специально создали такое место, ну, например, покрасили пол вот этой штукой там. Нет, это настоящее место, в том-то прикол, что это не искусственное все. А может быть, все это перестало? Так, стоп, откуда свет горит? Вы откуда? Чего так светло? Погоди, а, лампу кто-то включил, видимо. Я даже лампу включил. Все, короче, ладно, давайте скорее спать, будем смотреть, что будет происходить. Давайте, спокойной ночи. Да, давай, мне бы не уснуть. Все, я лежу. Так, все, только не засыпайте. Все, тихо, давайте, если что, шепотом говорим. Так. Я смотрю тихо, короче, прищуриваюсь тут, смотрю, говорю, что происходит. Так. Да. Погодите. Что такое? Что такое? Стойте, я встаю. Стойте. Почему? А почему свет включился в доме? Или нет? Подожди, где? Я против... Свет в комнате, темно же было. Лампочка горит. Смотри-ка, чего смотрите, делаешь. На первом этаже. Резко началось, походу. Где, где? Началось. Ой, подожди, подождите, что вы на меня? Пошлите опять притворяться спать. Кто включил сейчас свет? Такое-то? Вы? Нет. Нобик, ты включил? Стойте, не ложитесь, давайте просто так уже стоять, погодите. Что делать тогда? Ладно, давайте стоять. Стойте. Ничего. Это что? Вы видите, полтергейст какой-то прибежал, как будто... Стекло треснуло, отходи, отходи от окна. Где? А, здесь, что ли? В смысле? Конечно. Нобик, это ты ломаешь. Я? Вот посмотрите, я сейчас стою. Нобик, ты близко стоял. Что за дичь? Идите к стенке, зачем возле окон стоите? Я прижался, погоди, давайте я сюда встану уже. Отходите быстрее куда-нибудь. Дверь на первом этаже открывается, погодите. Двери мелькает все. Реально, смотрите, кто дверь... А где... Стоп. Кто там? А что за дичь? Кто-то есть? Дверь одной нет. На кухне дверь открылась, он кто-то здесь бегает. Давайте ловите его, кто здесь? Кто-то открывает. А кто здесь? Никого нет. Ты чего, никого нет же? Смотрите, потолок обрушивается. Обрушивается, чините. А чем чинить-то нам? Я даже не знаю. Ничего не можем починить, просто все сломано. Ой, стул летает. Резко тут стул. Здесь кто-то стоит. Погодите, если кто-то стоит, почему я тогда его дотронулся до него? Посмотри, где стул теперь. Я до него дотронулся. Что твою дивизию происходит? Кошмар. Жесть какая-то. Я не знаю, теперь мне реально страшно. Ай! Посмотри на улицу! Кто бьет? Нубик, ты чё? Трава на улице, посмотрите на газон! Посмотрите. Где? Вот реально газон ставится, боже! Нет, это кто-то, это какой-то этот. Кто? Погодите, а почему он нас не слышит, этот кто-то? Эй, ты слышишь нас, нет? Смотри, вот он прям здесь стоит, короче. Прям... Нубик. Чё это такое? Смотри, летает, куда-то полетело, что это за дичь вообще? Подожди, а может, подожди, ветра что нет, такое? И что-то летает, да, непонятно. Вообще непонятно максимально. И что теперь делать? Я не знаю. Это что такое? Я не знаю. Что это за ерунда? Кажется, закончилось. Все, походу, пропал, да? Кто это светит? Нубик, это ты? Свет, нет, это мы, это фонариками светим. А, фух, я испугалась уже. Все, замрите, давайте здесь уже возле животных встанем. Смотрите, давай. Может, в доме что-то снова произойдет. Смотрите внимательно. Ну-ка. Я вижу, что ты затронулась. Где тронулась? В доме что-то происходит или нет? Смотрите внимательно, я что-то не вижу. Я не вижу. Может, свет включится? Это давай! Кто бьет? Ты меня? А? Нет, это Леска, ты что дерешься? Ой, меня тоже кто-то толкнул, как будто... Это овца какая-то, что ли? Либо что это она? Нет, это не она, это точно она. Эй, ты признавайся. Пошлите... Да не трогайте, это слушайте, не пойдемте скорее это. Короче, я не знаю, как мы будем спать, но... Я предлагаю лечь спать, а потом утром посмотреть записи, потому что может быть камера как-то. Ай-яй-яй! Все, пошлите нафиг, пошлите спать. Давайте затыкайте уже все то, все, что можно только. Сейчас, секунду, я стул поставлю. Ой, меня кто-то долбит. Что это такое? Э! Давайте.
Что, что, что еще? Ладно, там? Пошли спать, я не знаю, я просто не могу объяснить это, короче. Все, пошлите до утра. Пошлите до утра, ждем, короче, подождем это. Я спать не смогу, мне страшно. Или ладно, давайте уже что, я не знаю тогда, что делать. Давайте прямо сейчас камеры посмотрим. Давай скорее посмотрим. Пошлите, идите сюда, скорее. Так. Давай. Включаю камеру. Так. Стоп, что за помехи? Помехи, камеры не работают. Камеры. Так, следующая камера. Здесь тоже ничего нет. Так, следующая камера. Ничего нет. Ну и выключаю. Все, камер нет. Вы понимаете, то, что ничего не получится. Но здесь. И мы никому не сможем ничего так, доказать. Так, я предлагаю не дожидаться второй ночи, проводить эксперимент прямо сейчас, и как только будет утро, короче, просто нафиг свалить отсюда. Давайте. Потому что я не знаю. Сейчас, если еще прикиньте, такой еще дождь пойдет, либо еще что-то, я вообще офигею на самом деле. Так, смотрите, давайте. Что у меня есть. Я подготовил наши статуи, мы сейчас их положим, правда, не по размеру, немного побольше, и уйдем куда-нибудь с вами отсюда. Вот, и будем куда следить, что будет происходить. Соседний дом. Давайте соседний дом. Наверное. Вот, смотрите, это я. Давай. Так, Леска, так, ты здесь была? Должна быть. Здесь Нубик. Отлично. О, все, смотрите. Нубик. Давайте скорее побежали. Пошлите. Пошлите в амбар. В амбаре второй... Давай. Дождь пошел. Ты что, реально что? Дождь сказал и дождь пошел? Пошлите скорее в амбар, пошлите в амбар тогда. Какое-то совпадение похоже. Так, тут где будем быть? А, да, на второй этаж идем. Я сейчас тоже про это подумал. В смысле? Здесь реально, же точно были свиньи, нет. Правильно? Здесь... А подожди, а на улице курицы ходят? А курицы на месте. Ой, ё-моё, как этот... Как давай этот на этаж. Стучит-то. Пошли на второй этаж, скорее. Там козырек есть такой, балкончик маленький в амбаре. Может, на нем постоим? Слушайте, может быть, хотя бы тут безопасно. О, Леск, смотри, я твою статую вижу отсюда. Ха, вон мы лежим. Да. Не толкайтесь только, ладно? Я не толкаюсь, я смотрите, в этом здании чердак еще есть. Не, это не чердак, это на самом деле просто потолок высокий. Там сверху окошечко, наверное. А, там. Понятно. Так, ну чё? Что-нибудь есть еще? Ой, я смотрю, то есть... Пропали животные, выбили стекла, получается стул где-то стоит. Свет включался, включался, нас кто-то ударил. Почему он перестал включаться, включаться, интересно, я не понимаю. Я не знаю. Стоп, там что-то было в комнате или нет? Я не поняла, подожди еще раз. А почему ничего не происходит вообще, не понимаю больше. Я не знаю, что ты... Мирка, свет, тихо! Это нечто там. А представьте, нас сейчас отсюда скинут вот так. Не-не-не, смотрите, смотрите. Только что, там, где моя статуя, наши статуи, видите, спальники ломаются. Нубик, чуть-чуть в сторону отойди, пожалуйста, я не вижу. Там что-то летает. Что-то налево перешло. Какое-то мелькание было. Стул летал, как будто бы, или что-то там. Нет, стул на месте стоит. Окей, спишем включение-выключение света на то, что просто перебой с электричеством, и все. Ну, грозы же не было в тот момент, когда он начал. Ну, а сейчас есть зато, я не знаю, может быть, что-то там, трансформатор какой-то, не знаю, будка какая-то, либо еще что-то не так происходило, я не знаю. Я просто не знаю, слушай, а мы можем кого-то увидеть? Мы же должны увидеть, кто это делает. Стой, дверь, да? Дверь, вон она, дергайте, смотрите, дверь открывается, закрывается. Я вижу. Так, слушай, ну это на самом деле, ну ветер, ну ветра нет же, по-моему, выключился свет. И дверь продолжает. Странно. И вы обратите внимание, что только в этом доме это все происходит. Вот да, я же говорю паранормальное здание. Пошлите в дом снова зайдем, посмотрим, может что-то новое появилось туда, там. Да? Давай. А что там появиться-то может? Ну, не знаю, может табличка какая-то, я не знаю, может, ну, прикиньте, А дождь закончился, кстати, в смысле, я только что по лестнице спустился и все. Такая гроза была, и так быстро закончился дождь, это тоже как-то паранормально. Ой, спальный мешок летает. Ну это он просто упал с второго этажа. Ой, как я испугался сейчас, ты посмотри. Я просто, я подумал, то Нубик там лежит, короче, мне аж плохо стало на один момент. А что так мелькает все? Нубик, выключи фонарь. Я тут, смотри, вишу. Жесть, я просто такой посмотрел наверх, ты понимаешь, и вижу то, что лежит просто кто-то. Я очень напугался, мне прям не по себе вот реально стало. Так, ладно, я, короче, не знаю. Ну, пока что, по-моему, пока что явной жести такой не было, но все, что пока происходит, это, конечно, все очень непонятно. Не, ну это все странно. Двери, окна выбитые, считай, свет сам по себе мелькает. Так, пока тишина. Что? Кто включил? Где? Свет здесь. Нет, это не я. Нубик, ты включил? Да. Капец, ты что, прикалываешься, что ли? Зачем так делать-то, Нубик? Я не прикалываюсь. О, сколько стульев стало, смотрите, что на первом этаже, это что такое? Это что за зал такой концертный? Я не знаю, что это. Нубик. Что делать будем? Я не знаю, дом разваливается просто постепенно. Но пока что нам никакого вреда это не приносит. Фух, может, но сюда пойдем? Это еще не значит, что не начнет. Нет, туда мы пойдем, если только жесть начнется. Пока что жести вообще никакой нет.
на самом деле-то. Пока что все мирно, спокойно. Слушайте, я вот не хочу никого. Если нас колебасить начнет как-то, то мы побежим отсюда сразу просто. Куда только... Страшно, вот это подземелье, короче, сразу. Постановка кто-то бегал. Да? Я не знаю, что-то какие-то движения, я тоже как будто что-то... Но пока все тихо. Пока очень все тихо. Если... Ой! Что это? Это кто, кто меня бьет? Меня кто-то ударил. Меня тоже. Еще раз. Так, ребят, по-моему, слушай, пора закругляться, короче. Началось. Все, пойдем вниз, короче, идем. Давайте. Куда вниз? Пойдемте. Давай сюда, в этот. Помогите, меня бесконечно. Иду, я держу дверь. Закрывай. Заходите быстрее. А дверь-то не закрыта. Не надо, забей на этот люк, забей леской. Зайди сначала сюда, пожалуйста. Все, тихо, сидим. Все. Сидим, сидите. Ты что пьешь? Воду, что ли? Ты тоже попью, а то волнуюсь. Свет включи, ты что, темно же? А я не хочу пить. Так, ладно. Короче, стойте. Что будет дальше? Интересно, это нечто умеет на кнопки или нет вообще нажимать? Я не знаю. Я не знаю. Это же как бы от духов, наверное, комната какая-то. Мы же как бы в ловушке. А что с дверью? Она мелькает. Что с дверью? Она ее выбить кто-то как будто пытается. Реально, кто-то пытается выбить, но почему-то звук... Ну, бегает. Что такое? Посмотри. Она зеленеет или что это такое? Она сейчас... Короче, я не знаю, что мы будем делать, как будем отсюда выбираться. Мы прямо в ловушке с вами. Друзья, в общем, мы вынуждены очень срочно сейчас все это дело прерывать. Я не знаю, как мы будем отсюда выбираться, но если мы в следующий раз все-таки появимся, значит, мы выберемся из этого паранормального дома. Но на связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.